Российское и польское прочтение джаза на одной сцене. В Самарской филармонии прошел концерт «Пиано 4». Его идея принадлежит именитому российскому пианисту и композитору Даниилу Крамеру. Он пригласил принять участие в совместных выступлениях по России известного польского музыканта Павла Качмарчика. Даниил Крамер говорит, сейчас эта страна один из основных генераторов новых идей для джаза. Сказываются традиции европейской культуры, при этом четко сохраняется самобытный характер. Формат вечера и одиночные выступления пианистов и совместные импровизации. Я собираюсь противопоставлять свою манеру игры его, и это то, что надо, потому что каждый должен идти по своему пути. И разница между музыкантами, разница в слухе, в ощущении, в мировосприятии – это то, что дает наслаждение вашим душам. Даниил Крамер рассказывал, получил классическое музыкальное образование. В джазе, который ломает стереотипы, чувствуется почерк пианиста, отчетливые оттенки классической музыки. Павел Качмарчик, в свою очередь, сплетает воедино самые разные традиции. Это и интерпретация польских мелодий, и виртуозно вплетенные в ткань музыки заимствования из других жанров. Польский пианист играет экспрессивно, полностью вживаясь в звук. Совместные же номера пианистов – это и дружеское творческое подначивание, и вдумчивый музыкальный диалог. Публика рукоплескала музыкантам после каждого произведения. В свое время пластинки были самые интересные польский джаз. Это такой серьезный, но я говорю, они на уровне американского. То есть даже, мне кажется, лучше, чем французские джазмены. Поляки всегда отличались. Мне очень нравится. Успех выступления Даниила Крамера в Самаре всегда просто поражает, потому что с какими концертами, тем более абонементами, в филармонию он не приезжал, всегда полный зал. В Самарской филармонии пройдут еще два польских джазовых вечера. На них также выступят известные музыканты из Польши. Елена Малютина, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.